Книгу с ответами на самые популярные вопросы начинающих бизнесменов презентовали в столице. Ее автор – успешный предприниматель, ведущий эксперт в области экономики Ербусын Нурмухан. В своем труде он рассказывает о главных достижениях и трудностях при создании бизнеса, неожиданных начинаниях и их результатах. С призмы своего опыта автор делится рекомендациями о том, как создать прибыльное дело. Книга предназначена для широкого круга читателей, в ней также размещены экспертные статьи и тематические публикации. Доля малого и среднего бизнеса в экономике нашей страны сегодня составляет более 30%. Я написал в этой книге о необходимости развивать малый и средний бизнес и довести его до 70% и 80% по примеру самых развитых стран. В книге рассказывается об опыте этих стран. Эта книга будет отличным руководством для начинающих владельцев малого бизнеса, потому что он основан на личном опыте и раскрывает препятствия, встречающиеся на пути. Во-вторых, конкретное руководство для государства и структур, заинтересованных в государственной реформе.